А что нельзя? Кто они мне скажет? Нет, не. Такие значки классные. Ну, такие же, как в Лас-Вегасе, я тебе. Ну да, да. Да эти гитары как грязь здесь. Тоже $3. О, группа Kiss. Ну, качество фотографии оставляет желать лучшего. Я лучше делаю. Where is the pins here? Вау, смотри, какой классный, мне нравится. Вот такие значки, слышишь? Вот они. А я ж такой тебе купил. Да, это, ну, только здесь Орландо написано. Поэтому я эту возьму, даже, наверное. Да мне похер, $12, халява, два возьму. Паяем здесь. Ну, надо это сфоткать. Жалко, не видно издалека. Нет, сейчас я тебе скажу. Там Элвис был, я вчера на сайте смотрел. У них Элвис, гитара Клэптона, если есть, или Хендрикса, я возьму. А просто гитара. Вот, Клэптон, супер. Подожди, а. Так, это сколько денег стоит? $14. Вот Клэптона гитару, а она такая же, да? Да, то же самое. Наоборот, я хочу снять, не надо это. А вот это. А то, знаешь, некоторые думают, блядь, а что вот здесь это цены, блядь, на халяву все. А вот это, смотри. А? Да не надо мне это, хотя можно, блин. 7,99. Не знаю, мне пока не это не. Сейчас дальше я Элвиса хочу найти. Тут значок с Элвисом был. Вот там есть. То есть что? Что тут еще есть? Вот, вот здесь значки есть какие-то. Так, American Red Cross. Блин, при чем здесь Red Cross и вообще все это? А это что за значок? Ни хрена не вижу это. World. Фигня какая-то. С Элвисом, ищи, там с Элвисом у них был на сайте. Фендер, Фендер. Кому они нужны, блин? Клэптон еще, ладно. Хендрикс его. Так, ну и сколько здесь. То же самое, это то же самое. Это целая серия. Они в Нью-Йорке такой же я видел. Я не вижу Элвиса. Да это вообще не надо, это мусор. Они столько мусора делают, что неинтересно мне. Hard Rock Cafe, этот даже, слышишь, уже начали делать. А что там потолок, мусор? One question. Yesterday I see on your site we've been with Elvis. Do you have on the website? On the website. Yeah. Yeah, there are certain pins on the website that we don't sell here. They're exclusively for online. Yes, I must to buy it from website only. Yeah. Okay, but from what I have understood, I think I don't know if Tampa has one as well. It has like this circle with the face on. Yes, of yes, yes. Do you have here? No, I think they have them in Tampa. You could always call the store. Yes. And they will let you know if they do have it. You know, yes. You don't want you to go to Tampa just for that and then not be there. Yes, I understand. Very sorry, but I'll be flying very soon in Moscow back and I can't. So sorry. Okay, no problem. Thank you. Какие пластинки? Ну пойдем снимем, что здесь. Да это я знаю, Элвис. Ну это, блин, это вообще детский сад. Здесь можно. Ну давай, сними меня. Рэйчел в костюмке. Да ну мне не надо здесь снимать. Это помойка, блин. Биби Кинг. Да помойка, это что попустит. Здесь
Вот мне непонятно. Ну вот Sticky Fingers, это Some Girls. И чего? Ну просто обложка. О, Bridges to Babylon. И что, просто билет? У меня такие вот такого говна, знаешь, сколько дома? Это вообще фуфляндерия, блядь. Это просто... Пиздец. Sticky Fingers. Брайан Джонс. У меня и то водка это больше нет. Батчер Тауэры. Которые здесь по $200. Как грязь, блядь. Никому не надо. Вот. Снова Rolling Stones. Вон снова Rolling Stones. Гитары кепки. Ну и что тут снимать? Noel Redding гитара. Не сидите, мне вообще не надо. Стинг, стинг, стинг. Так ты назад не захватила. Мадонна. Да ну ее нафиг меня начал. Эдди Ван Халлен. Вау! Ричи Самбора. Его гитарка. Честно сказать, я даже не думал, что здесь так хуёво. Наша московская хард-рок кафе не хуже, даже лучше. Кис, почем такая майка Кис? Вот, where is price? Вон, $26. Вот Мадонна, одежда Мадонны синий. Да кому это нужно? Please don't eat me, I love you. А это кто такое? Кто такая красавица? Лучше бы они куклы нормальные выпускали бы. Блин, этого Ки здесь столько, что ужас. Наверное, пойдем к этой девушке, у которой я был. И оплачу, и все. Я думаю, может, Клэптона двух еще один взять. Значок. А зачем у тебя? Да что, в Москве засадим, блин. Да, что, засадим. Я вообще не парюсь. Как, где засадил? 12, там мы засадил. Один возьми еще Клэптон и все. Что ты там нашла? Оплатить. А, оплатить, да. Да, денег дать тебе или нет? Hi. Fine, thank you. Great to have you here. Rock on. You guys having a great day so far? Yeah. Awesome. Nice shirt, by the way, Led Zeppelin. Good group. Yes. All right. You Kiss? Yeah, I love Kiss. You like good, Kiss? Good group. I love them, yeah. And the good thing about it, these are charity pens, so they go for different charities. This one goes for the City of Hope to help folks with terminal illnesses find a cure, so it's a good cause. Mm-hmm. How much you must pay? I'll let you know. Grand total is $55.38. 20? Добавляй, потому что я все деньги отдал за стоянку, за всякую такую. I think in Moscow, our hard rock cafe, it's more interesting than here. Really? You think really? So? This yeah. is the biggest in the no world. No, biggest. Yeah, this biggest is the in the world? Yeah, this is in the Moscow, biggest. We twice more than really? Here. Wow, really? Interesting. You can see through the internet. In Moscow, one of the big in Europe. Oh, maybe. I don't know. The four, four floors. I'm from Moscow, yeah. Four floors. Oh, wow. That's crazy. Have you been to, how long have you been in town? 5 days only. Okay. Have you been? Were you? Did you
Are you anywhere near Sochi? Moscow City. Okay. Is that anywhere near the Olympics events? No. Olympics is very far from Moscow. One day on a train or more, I don't know. Wow. Yeah. Which is very, very far. It knows the side of Russia. 35, 35, 36, 2 more pennies. 7, 8. There you go. Everything went bench. Walmart. Нет, это оставь, это мой чек. Я что-то там покупал. А журналы вчера какие-то покупал. Here you go, guys. Thank you. Have a fabulous day. You guys enjoy. Thank you. Так, это к значкам положи этот чек, чтобы я знал бы, что там. Ну все здесь делать нужно больше. Да можно домой ехать, спокойно, не сплавить нет. Мы покатаемся? Да ну нахуй. $16 платил. Да, за въезд сюда $16 платил. Охуеть. Еще мало того, что $16, еще за значки платил. Ну правда, ну, знаешь, меня другое удивило. Вот что ты снимаешь? Получается, что в Пхукете, да мне пофигу, я иду снимаю, что снимаю телефон, вон парк снимаю. Ну вот снимаю что-то красивое, ты идешь, вот дерево красивое. Каталки. Пойдем покатаем. Ага, мне больше забот нету. Как здесь еще кататься? Детский сад превращается. Кстати, в Пхукете дороже хард-рок кафе получается, чем здесь. Этот кислый, сколько ты покупала в Пхукете? В Пхукете я покупала. $27, по-моему. Здрасте. Охренеть. Ну не $14. $12. Тоже $12? Да. Как $12, если там 25 этих, 750 этих стоит, как его, на этих, как его, блин, я уже, какие там деньги-то у них, баты. А, стоит там 750, 800. 700 рублей. Ну, 800, ну а как это получается, все равно дороже, чем $12. 300 бат, это получается уже $10. В Пхукете дороже, чем здесь. Вот этого глобуса сними, чтобы когда глобус повернется, с того юниверса. Вот начинается. Давайте на камеру сниму. Не и бабушке будешь камеру показывать. Не надо на камеру, я хочу на фото. Дулева, дулева, дулева. Так. Иди отсюда. Exit only. Сейчас ты помнишь, как нам надо идти? Нам мы вот так должны обойти, сейчас я обратно иду. Слышал? Я уже ушел, слышал. Встань, там Universal. А то там дядя стоит. Иди встань, там Universal быстро. Да что мне нафиг мне это надо? Давайте, иди быстрее, и все, я тебе сниму. Когда уже будет слово Universal, снимешь. Я что, дурдом что ли буду? Цикнешь Universal. Блин, камеру держи, эту хуйню держи, да, я уже устал.